Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Известно ли вам, что на Землю приходят души ангелов и души демонов? Они существуют для равновесия добра и зла. Естественно, многие хотели бы иметь души ангелов, чтобы наполнять нашу планету светом и добром, но не все люди обладают такой возможностью. Астрологи говорят, что звезды имеют огромное влияние на то, какие души будут у людей. Ниже перечислены знаки зодиака, у которых, скорее всего, души ангелов. Весы – обладатели самой светлой души. Они могут впитывать в себе проблемы других, как свои. Их жизнь может заполниться разными проблемами, но они в любой момент могут отбросить свою работу, если нужна помощь другому, иногда даже вообще незнакомому человеку. Весы часто колеблются в своих мечтах, но слишком быстро разбираются с вопросом, когда нужно решить, что надо для счастья других. Так как они всегда стремятся помогать, они никогда не будут потакать окружающим, которые хотят совершить неверный или аморальный поступок, и всеми силами отговорят его от этого. Также весы – прирожденные дипломаты и миротворцы, которые сделают все возможное, чтобы примирить враждующие или спорящие стороны. Семья у них на первом месте, и они всегда готовы помочь близким при решении их проблем. Не всегда они получают в ответ столько же внимания, но все равно не обижаются, не жалуются даже на трудную судьбу. Еще весы обожают искусство. Помимо того, что они им восхищаются и обнаруживают везде, они еще и творят эту красоту. Весы могут с легкостью вселить веру в жизнь каждого, подарить счастье и умиротворение. Также они обладатели огромного терпения, их практически невозможно вывести из себя. Водолеи обладают добротой, мудростью и самым огромным сердцем среди всех знаков. В их сердце возможно поселить всю людскую печаль. Из-за этого они часто отдают предпочтение таким профессиям, как лечение людей, благотворительность, волонтерство, отстаивание прав. Довольно часто это мешает их собственной жизни. Водолеи существуют для всех, но не для себя. Им надо спасти всех и все, накормить всех бездомных, сделать счастливыми всех людей. Даже если они это сделают, то не остановятся и найдут людей, которым нужна их помощь. Многие думают, что люди этого знака должны быть выжатые, как лимоны, ведь у них огромная отдача другим, но они проживают длительную жизнь с огромным количеством энергии. Также они имеют хорошо развитую интуицию и мудрость. Когда водолеи решают свои или чужие проблемы, они выбирают короткую дорогу к их решению, уходят от всех препятствий. Так они сохраняют энергию и силы. Рыбы являются интуитами. Практически все ванги и экстрасенсы – рыбы. Можно сказать, что им раскрыт путь к многим загадкам Вселенной. Всевидящий послал рыб на Землю, чтобы лечить души, направляя в верную дорогу. Часто они способствуют обретению покоя других, поиска себя в жизни. Многих это вытаскивает из серьезных проблем. Люди, которым помогли рыбы, называют их ангелами-хранителями. Если близким этого знака нужна помощь, рыбы пожертвуют всем и проявят неслыханный героизм. Они известны своей гуманностью и способностью к самопожертвованию ради близких людей или благих целей. Еще прекраснее нашу планету делают рыбы, которые любят творить. Что бы они ни делали, будь то картина, книга, поэма, музыкальная композиция или даже архитектура, в это явно вложил свою душу еще и Бог. Люди берут из творения рыб силы, счастье, радость, гармонию с самим собой. Правда, их возможности со временем заканчиваются, в отличие от водолеев, но они умеют поправляться. Рыбам лучше всего погрузиться в себя, отключиться от внешнего мира, тогда они очень быстро вернутся на место. А какие знаки зодиака с ангельской душой знаешь ты? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.